Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO-проектах. В этом выпуске я хочу вас познакомить с проектом CryptFunder. Представляем CryptFunder. Это ICO для стартапов. CryptFunder является децентрализованным источником финансирования для начинающих ICO и других блокчейн-компаний на разных этапах разработки. Мы верим в развитие криптовалют и потенциал компаний и стартапов на блокчейне. Недостатки финансирования будут оставаться серьезной проблемой, стоящей перед стартапами в 2018 году и в последующий период. А наличие необходимых средств для разработки ICO имеет решающее значение для их успеха. Именно здесь в игру вступает CryptFunder. Мы будем предоставлять финансирование тем ICO, которые являются самыми потенциально успешными, с самыми передовыми технологиями в обмен на их будущие токены. CryptFunder будет получать заявки на финансирование через наш онлайн-модуль приложений. CryptFunder будет выступать в качестве основного держателя этих токенов, многие из которых будут получены даже до того, как у предпродажных акционеров, инвесторов появится такая возможность. Это огромное преимущество, которое мы будем стремиться использовать в интересах CryptFunder и всех держателей токенов CFND. CryptFunder ставит своей целью революционизировать процесс финансирования ICO в криптовалюте, повышая конкуренцию на рынке и отдавая голос тем проектам, которые того заслуживают. Мы отфильтровываем лучшие ICO и подбираем тех, кто имеет наибольший потенциал для успеха, следуя рекомендациям нашего эксперта и команды. CryptFunder подготовит почву для того, чтобы проекты наших клиентов достигли максимально возможной рыночной стоимости. Одним из продуктов CryptFunder является ICO Starter. Это один из продуктов семейства CryptFunder, который является децентрализованным источником финансирования для начинающих ICO и блокчейн-компаний в обмен на их токены до ICO и другие соглашения. Он призван поддержать и финансировать стартапы, которые нуждаются в финансировании для запуска или предложения блокчейн-проекта. Потребности в финансировании могут варьироваться от всего, что связано с их ICO. Это технологии, которые необходимо разработать, тестирование и проверки ошибок и всех других связанных задач, которые необходимо выполнить. В нашем бизнес-плане мы планируем инвестировать от 3 до 5 стартапов в месяц, чтобы иметь максимальную выгоду для CryptFunder и владельцев его токенов. Еще одним продуктом CryptFunder является CryptFunder 30 или CF30, который будет состоять из портфеля из 30 верхних токенов из спектра рыночной капитализации. CryptFunder создаст портфель холдингов из этих токенов, используя примерно 10% от выручки краудсейл CryptFunder ICO. Портфолио будет набором верхних, средних и нижних токенов с намерением обеспечить стабильность и рост портфеля. После первоначальной покупки токенов мы будем в первую очередь долгосрочными держателями с необходимостью ребалансировки, выполняемой профессиональным менеджером по инвестициям в криптовалюте. CF30 будет стремиться поддерживать хороший баланс между устойчивым ростом и стабильностью при выполнении первоначального распределения токенов. Присоединяйтесь к проекту CryptFunder, ссылки на белую книгу, сайт и коммуникационные ресурсы вы найдете в описании к видео. Становитесь успешными вместе с этим проектом. Спасибо за просмотр моего видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока!